же все. Сейчас я буду отвечать пятый вопрос. Апостолы праздновали этот праздник или нет? Еще раз. Апостолы праздновали этот праздник или нет? Я уже читал от книги Матфея, глава 26, от стих 17 до 29. Когда Иисус Христос перед его, мертвым, он отмечал этот праздник с учениками его, со всеми учениками его, он отмечал это. Если вы помните, в книге Матфея, глава 26, стих 17 до стих 29, мы читали об этом, что Иисус Христос отмечал этот праздник с его учениками. Они вместе отмечали это. Но сейчас мы будем читать об этом в книге Деяния еще раз. Апостол Павел тоже отмечал это. Потому что много христианских сегодня сказали, что апостол Павел сказал, мы не можем хранить или наблюдать все наши Бог-законы сегодня. Но это неправда. Это вы или ты не поняли или поняли его. Вы не поняли, о чем он говорил. Сейчас мы посмотрим. Книга Деяния, глава 20, стих 6. А мы после дней опресношник отпилили из Филипп и дней в пять прибили к ним в Троаду, где пробили семь дней. Еще раз. А мы после дней опресношник отплыли из Филипп и дней в пять прибили к ним в Троаду, где пробили семь дней. Где они били семь дней. Что они делали в этот город семь дней? Они отмечали Господня Пасха. Еще раз. Они отмечали наш Бог праздник Пасха Господня. Семь дней. Семь дней. Это уже все. Сейчас я буду отвечать. Сейчас я буду отвечать. Шестой вопрос. Шестой вопрос. Должны ли мы отмечать этот праздник сегодня или нет? Должны ли мы отмечать этот праздник сегодня или нет? Книга Исход, глава 12, стих 14. Я уже это читал раньше. Но сейчас я это повторяю. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в они праздник Господень. Надо помнить этот день навсегда. Чтобы вы будете отмечать это что? Это праздник вовек. Во все роды ваши, как установление, вечно празднуйте его. Стих 17. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. Как установление вечное. Стих 20. Ничего квасного не ешьте. Во всяком месте пребывания вашем ешьте пресный хлеб. На все наши Бог рассеял или будет рассеять наши люди. Надо там отмечать этот праздник и кушать что? Мясо от агнец или от козел. Второй.
вместе с горькой травой. А потом, тоже это вечером, пресный хлеб или опресники с красной виной. Надо кушать эти четыре вещи. А после этого первый день должны кушать пресный хлеб или опресники каждый день. До последнего дня это праздник. Это праздник очень нужный для наших людей. Очень-очень нужный. А что это значит? Что это значит? Мы сейчас открываем книгу Второзаконие, глава 16, стих 16. Три раза в году весь мужчина должен предстать перед лицем Господа. Еще раз. Книга Второзаконие, глава 16, стих 16. Три раза. Я раньше сказал, что есть три главные праздники нашей Господь. Все его 11 праздники, они все очень-очень нужны. Очень нужны. Но эти трех праздники очень нужны, чем все. Почему я это сказал? Я буду читать об этом сейчас. Еще раз. Второзаконие, глава 16, стих 16. Три раза в году весь мужчины, все мужчины должны предстать перед лицем Господа, Бога твоего, на место, которое Он выберет для вас. Первый праздник. В праздник опресноков мы должны быть перед нашим Господом лицо и отмечать этот праздник вместо. Это день будет что? Это будет священное собрание. Должно быть священное собрание. Первый день и последний день. Второй праздник. В праздник седмиц. У нас это праздник, это неделя. Это неделя в субботу вечером. До воскресенья вечером. Будет это праздник для нас. Третий. В праздник кушай. И никто не должен предстать пред лице Господа с пустыми руками. Вы не можете быть в это священное собрание без ничего. Должно принести вино, хлеб, что у вас есть. Что у вас есть, надо принести. Потому что есть люди, которые у них нет ничего. Если они очень голодны, если вы кушаете, они должны кушать перед нашим Богом. Не надо кушать только себе. Надо принести, что вы будете кушать, и что ваши люди будут кушать. Это очень красивый праздник. День рождения, Христос воскрес, 8 марта, это все блин. Это все ерунда. Я буду так сказать. Все ерунда. Наши Бог праздники — это бомба. Это очень красивый. Дальше. Стих 17. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какой Он дар тебе, приносите, что у вас, что наш Бог дал тебе. Не надо приносить очень много, а потом вы будете очень голодны. А потом нет продукта дома для вас, или для вас и вашей семьи. Надо приносить, что вы можете давать. Сейчас уже конец этой темы. С этого я вам скажу. Шалом! Самый высокий Бог и Христос благословит вас. Берегите себя.
a Jew with sound art. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.